Время 9:00. Вышел на тропу. Только что прошел регистрацию пограничников. Записался пока на 2 дня. Ну, с крайним сроком контрольным. Утро суббота. Прошел инструктаж, как вести себя в горах. Получил напутствие доброжелательное в путь. И вот иду на тропе. Не знаю, до Чаваты удастся, нет, дойти до темна. Сейчас уже темнеют сумерки. В 9, я думаю, тут уже совсем темно будет. И либо идти в темноте, либо где-то ставиться с палаткой. Но до Чаваты, я знаю, там нету мест для палатки. По-любому нужно идти за нее дальше. А так все, тут связь кончается. Остальное через 2-3 дня. Всем пока. Вот дошел до Чаваты, до вот этой вот избушки, смотрите, какая она, вообще хоррор был. Раньше тут люди жили, а сейчас все загадили. Печечка, видите, есть. Стекла все выбили, вандалы, блин. А так зимой супер укрытие, конечно. Настил вот из досок есть. Считай, каремат или кинуть, чуть-чуть веником подмести. А подушка даже есть. И вот она вот тут, видите, притулилась как. В скале, короче, сделали. В принципе, хорошо тут закрывает. Вот сейчас у меня дилемма. Идти дальше или тут день палатку разбить. Здесь вот местечко хорошее тоже есть. В принципе. Можно вот и здесь где-нибудь разбить палатку, переночевать. Так-то норм, да, будет? Туалет даже есть. Туалет для туристов даже есть. Не знаю, что-то мне тут не очень нравится. Попробую пройти чуть-чуть по темноте, придется идти и палатку ставить. О, пижмовое поле. Тут, в принципе, неплохое местечко для палатки. Вот стемнело, первую живность встретил, жаба горная. И вот иду с фонариком.
Жаба какая огромная смотрится. Корни. Вот наконец-то сделал привал. 11 часов вечера. Вообще конкретно интересно. Много чего было. Сейчас хочу роллтон заварить. Палатку вот поставил уже до речки. Вот роллтон буду заваривать. Чуть-чуть вот пиво донес. Здесь буду обедать, ужинать вернее. Вот такое утро на Коксу. Тяжело идти, оказывается, все равно. И это еще, блин, подъемов таких затяжных нету. Всем доброе утро. Вот переночевал. Где-то в 11, наверное, начал палатку устанавливать. Хотел проснуться в 3 часа, но что-то вообще вставать не хотелось, хотя я проснулся с рассветом. В итоге вот уже 8, короче, почти, блин. В 6 я проснулся, 5:47. Пока вот позавтракал, пока собрал, уже, короче, 8 часов. Солнце вышло, жарко, блин. Надо было, наверное, пораньше все-таки остановиться, выспаться и пораньше лучше встать. Ну ладно, делать нечего. Пойдем дальше, надеюсь, до щели дойдем. Хотя уже в этом тоже сомнения, да, появились. Время 10 часов. Я остановился, искупался. Вода придала мне много энергии. Можно дальше продолжать путь. Вообще классно. Искупался. Неохота было даже идти дальше. А так реально, сюда надо на 5 дней вообще приезжать. Спокойно чилить. А тут только ходишь, ходишь, нифига не отдыхаешь. Поматрасничать тоже иногда хочется. В
Здесь вот обвал был. Камень он в глине весь. И вон туда шукатился один квадратный кусок. Вон той стены. Облака какие-то, блин, дождевые. Так, Тарсай. Оказывается, это. Сейчас посмотрел на карту. Все в основном притоки с правой стороны, с Пскемского хребта. Но вот здесь сейчас один будет крупный приток, Арыхансай называется, с Коксуйского хребта. Вот это вот Коксуйский хребет идет как раз. За ним Пальтау. Какая-то постройка нарисовалась, не было ее. Про нее мне этот пастух или чабан кто-то говорил. Я еще тогда не понял его, о чем он говорит. И на карте уже он появился даже. Зимник. Безымянный какой-то вот сайт. Сай впадает сюда. Тоже правый приток. Тот назывался, блин, Тактарсай. А этот, блин, даже побольше. То, блин, названия нету. Может, на других картах есть, надо посмотреть. Шумит даже как. Ну что, товарищи, здесь развиваться надо, переходить. Да, весной это, блин, непростая переправа в этом месте. Поверху, интересно, есть, нет, обходная, да, обходная дорога? Скорее всего, должна быть.
Лето. За что я люблю лето? Еще кто-то идет. Ребята свою сумочку забыли. Начали догоню, если их найду, там отдам. Вот теперь еще фотик приходится тащить их. Забыли они. Здесь родник выходит из-под скалы. Дальше, по-моему, еще где-то есть место. Тоже классное место здесь. Тут палатку можно ставить. Здесь, в этом лесу, я встретил зверька необычного тогда. Соня, белка Соня, что ли, называется. Такая горная белка, крошечная. Прикольная такая была. На дереве сидела. Близко меня подпустила тогда она. Вот там, в этом леску, я сейчас привал сделаю, наверное, покушать надо. Что-то аппетит открылся. Глубокое местечко. На той стороне вообще вон, дикие заросли. Медведи обычно в таких сложах шляются. Я тоже виделся однажды. Да, вот здесь еще один родник есть. И там уже потом Замбацай, Курумники. И походу там не будет таких мест. Офигенно. До Чили хочу дойти. Может, Айрик схожу тоже. Айрик, если получится дойти, да, тоже хочу дойти. А вы куда? А? Пятницу. Пятницу, либо субботу, крайний случай. Ну, я медленно хожу, и рюкзак тяжелый, да? А вы куда идете?
Это вот там же на Айрике, да, которая? Не доходя, есть там домик, да, такой стоит. Я смотрю, вон там какой-то новый, да, дом построили, маленький такой. Это давно. Давно, да? Я раньше не замечал, года два. Да, два или три года назад ходил, не был. Нет, 3 года назад был. Был, да, 3 года? Значит, я не заметил. Растение прям в скале растет. Очередная рыщица. Вау, ветерок живительный такой.
борщевик, что ли, какой-то. Вот этот участок пустынный, самый жаркий. Сюда отпить попал. Солнце. Куб. Камни. Реально куб здесь, наверное, выйдет, нет? И арча такая классненькая. Арчи начали появляться. Там дальше, короче, идешь, они вообще есть могучие. Дошел до Замбата. 2/3 пути пройдены до щели. И сейчас вот этот пустынный участок надо преодолеть. То есть вот эта вот рощица заканчивается. Там курумник один. От него тоже свет отражается. Вообще пекло, бля. Время 3 часа дня. Я только до Замбата дошел. Не знаю, смысл есть идти дальше, нет? Я в шортах, все ноги сгорели, да? А еще завтра идти. И мозоли уже. Как люди ходят, я удивляюсь вообще. За один день до кички на куле умудряются. Вообще спортсмены, да? Замбат сайт. Здесь раньше вот в этом месте прям как раз озеро находилось. Замбат куль называлось. Потом его прорвало, короче. Все вот эти камни, вот видите, растащило, блин, туда. Туда вот как этот выход был. Масса вот этих, блин. Как что? В 2015 или 2016 было. Очевидцы рассказывают такой грохот, да, был рёв конкретно. Сегодня еще хорошо, вот облачка есть, ветерок дует. А так мы другие, когда ходили, разы, вообще пекло было, сковородка, ни дуновения, ни ветерка еще, блин. И так горы поднялись из глубин, кристаллизовались. Пляж. Какое усилие-то? Посидись. А я вот здесь остановился возле елочки, вот это место такое. Знаковое все знаю. Солнце закрывает, и то хорошо. В 17:15 начало уже смеркаться.
Я уже недалеко от щели нахожусь. Красота. Пила. Таксуйская пила. Вот здесь, где остановился, привал сделал, ежевику обнаружил. Много было. Поел реально, энергетик, блин. Березки такие классные. Грот, если туда залезть, там нужно записки найти. Пару человек там точно бывало. Я хотел, короче, туда тоже залезть, ну что-то вообще нереально. Вот это вообще скала прикольная. Деревья классные, блин. Вообще гигантский. Консай. Вот здесь мне камень на палец упал. Чуть я в этом ущелье не остался, короче. Еле-еле потом оттуда сполз. Повезло, что только на палец, а не на всю стопу попало. Это было, конечно, жесть. Во какой орех. Вот в этом месте в прошлом году я стоял. Здесь палатка моя была. Сейчас, да, конечно, народу вообще нет.
И месяц сегодня. Третий день. Молодой. Доброе утро. Сегодня вот переночевал вторую ночь в этом местечке, чуть-чуть подальше от щели. Еще отошел где-то километра, наверное, два, может быть, или три от щели. И вот здесь и ночевал. Встал вообще рано, с рассветом. Думаю, по холодку уже возвращаться буду назад. Рюкзак уже собрал. Сейчас палатку нужно сложить. И можно трогаться в путь. Он ночевал вот здесь. Ночь спокойно провел. Тепло было. В спальнике спал в одних трусах. Вообще классно было. И вот здесь вот под утро камни, короче, сыпались. Не знаю, сами по себе или кто-то ходил, животное какое-то. Там вот Венера появилась как раз. Встретила ее утренняя звезда. И вот здесь местечко такое хорошее. Тут вот глубокое место есть, можно купаться. В принципе, по шее там воды и течение такое нормальное. Там вот не стал я в глубине под деревом стоять, там стойбище было, чтобы клещей не нахватать. Да, надо побольше было приходить сюда. Конкретно на дней 5. Ну, теперь вот не знаю, что к чему. Может, еще получится прийти в этом году. Вот утро такое, 6 с чем-то уже время. Прикольный водопад. Вот такие особные участки, да, бывают. Тропинка идет, ее этот курумник пересекает.
как с ума, как, блин, дерево. Вообще четко получился, бля. Вот искупался. Тоже местечко вообще супер. Глубокое, попрыгать можно. Левый приток Коксу, что большая редкость, Сибак называется. Вот как раз в этом месте. И пила вот эта. Продолжаю возвращаться. Время 4:30. Ну, уже 5 даже почти. Вот. Остаюсь еще на одну ночевку.